Сделано в Ленске. Под таким названием в городе провели ярмарку-выставку в рамках Дня предпринимателя республики. Жители могли увидеть товары и услуги ленского производства. На выставке побывала и наша съемочная группа. Свою работу ярмарка начала в 11 часов утра. Не успели организаторы объявить о ее открытии. Зал Дома культуры, где она и проходила, был полон посетителей. На выставке были представлены разнообразные товары и услуги. Услуги медицинские и ветеринарные, производственное питание представил цех акционерной компании «Алроса», ООО «Батамайская» – молочную продукцию. ИП «Сотников» представил экологически чистые продукты, произведенные из даров природы нашего района. Это джемы и различная продукция из дикоросов. В настоящий момент у нас ассортимент – это брусничное варенье, голубичное, кедровый орех. В последующих годах ассортимент будет прибавляться, увеличиваться. И перейдем на многие, кроме ягоды, у нас будет и мясо планируем, рыба, ну и многое другое. Надо сказать, что именно прилавок с этой продукцией вызвал больше интерес посетителей. Перед тем, как приобрести продукцию, все желающие смогли продегустировать и оценить ее качество. Также на ярмарке была представлена новая для Ленска услуга аквачистки «Клининг Профи». Услуги Центра развития детей, установки различных устройств на грузовые автомобили. Был представлен посетителям большой выбор работ ленских мастериц. Вязаные и плетеные из бисера изделия и сувениры. Победители получили дипломы и подарочные сертификаты. По словам организаторов, выставка станет традиционной. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.